Ну, вроде буря стихла. Котелок вот полон макарошек. Сейчас будем есть. И костерок горит в очаге. Все-таки эту пещеру мне удалось немножко обжить. Даже вот прибрал немного. Хотя, конечно, осталось еще много, но мне лень. Может, кому-то другому надо будет костер разжигать, пускай останется. Да, вот такая пещера. Я такой троглодит, живущий в пещерах. Аборигенская пещера, однако. Ну, красиво. Красиво-то как. И костерок трещит. Интересно, аборигены пользуются огнем?